Добрый день, уважаемые посетители канала. Сегодня я решил приготовить гречневую лапшу собу на азиатский манер. Для этого взял небольшой набор ингредиентов. Для начала я нашинковал чеснок. Сделал его не очень мелким, так, в средний вариант. Масло решил не использовать. Поэтому обратился к помощи бекона. Достаточно мелко его нарезал. Далее яйца я все открыл в отдельную емкость. Туда же добавил специи. Их нужно будет готовить отдельно. Ну, естественно, овощи. Это был салат. Это капуста белокочанная. Красный перец. Резать мелко не обязательно. То есть смотрите просто наиболее удобный для вас размер. В начале приготовления я растопил немного жира из бекона. На самом деле надо было бы побольше. Потому что впоследствии увидите, как яйцо будет слегка прилипать. Яйцо обжаривается очень быстро, буквально 30 секунд. И можно убирать. Все, далее добавил весь бекон. Сначала чеснок и перец. Далее мясные шарики. У нас они называются тефтели. Легкая обжарка. Немного дал им настояться под крышкой. Температуру я оставил не максимальную. Где-то в районе 8 на плите. И постепенно добавляем все овощи. Овощи, если честно, могут быть абсолютно любые. Тут смотрите, что вам больше нравится. Параллельно у меня отварилась лапша соба. Она была показана на одном из первых кадров. Ее я тоже буду сейчас добавлять в наше блюдо. Немножко соевого соуса для создания азиатского вкуса. Вот и лапша. Я добавлял несколькими партиями, потому что иначе очень тяжело перемешивать. А все должно иметь однородную консистенцию для оптимального вкуса. Сейчас покажу, как решил сервировать данное блюдо. В ложках у меня налит зеленый чай. Лапша получилась достаточно вязкая и удобно брать палочками. Спасибо за просмотр.